Всем доброго времени суток, это Gadget X. Представленные в начале этого месяца Elephone U и Elephone U Pro стали флагманами производителя. Напомню, что они получили современный дизайн с изогнутым широкоформатным дисплеем и продвинутые технические характеристики. 6 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 3550 мАч и 13-мегапиксельную двойную камеру. Оба смартфона оснащены 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9 производства компании Boye. Сверху и снизу экрана тонкие рамки, а по бокам он имеет изогнутую форму. Вся передняя панель прикрыта закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В Pro-версии используется 8-ядерный Snapdragon 660, выполненный по 14-нанометровому техпроцессору. Он демонстрирует высокую производительность при выполнении любых повседневных задач. Обычным у Elephone U установлен не менее эффективный MediaTek Helio P23. Elephone U и U Pro унаследовали от Elephone S7 и S8 узнаваемый дизайн. Смартфоны выполнены в металлическом корпусе с изогнутым по краям стеклом спереди и сзади. Тыльная крышка изготавливается по специальной технологии, благодаря чему достигается необычный эффект при отражении света. Логотип компании на задней стороне выступает в роли индикатора пропущенных уведомлений и может быть настроен пользователем. Смартфоны получили двойную 13-мегапиксельную основную камеру с алгоритмами обработки снимков ArcSoft и поддержкой функции размытия заднего фона. Фронтальная камера на 8 мегапикселей способна выступать в роли сканера лиц для быстрой разблокировки устройства. Elephone U и U Pro оснащены симметричным разъемом USB Type-C, позволяющим подключать кабель любой стороной. Также смартфоны поддерживают быструю зарядку. Батарея емкостью 3550 мАч пополняется с 0 до 100% всего за 1,5 часа, а U Pro оснащен еще и беспроводной зарядкой. Новинки оснащены 6 гигабайтами оперативной памяти DDR4X, чего достаточно для быстрой работы устройства и запуска большего числа приложений. А для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель до 128 гигабайт. Этого хватит, чтобы держать на смартфоне 10 тысяч фотографий в разрешении 16 мегапикселей, 20 тысяч музыкальных файлов высокого качества или 5 часов HD-видео.